Очень классно проводит время Брайан во время карантина. Я, кстати, зря тоже времени не теряю, как вы видите. Итак, пока один ролик у меня рендерится, тем временем Брайан Мапс выпустил новый, о котором, кстати, он предупреждал в своем сторис. Корт versus коробка. Подобное я где-то уже слышал. Типа, это тоже челлендж а-ля кот против невидимой стены, обклеенный скотчем. Но здесь связано все с коробкой. Вы хотели знать, чем я занимаюсь во время карантина? Поэтому добро пожаловать в мою карантинную рутину. В общем, я сейчас достану коробку, спрячусь в нее. И посмотрим, как на это отреагирует тигра. Сразу скажу, что мой кот на это реагирует немного иначе. Он знает, что я в коробке. И да, самое время мне напомнить, что тигра, он, в отличие от моего кота, зажрался. Куда ты собрался? Да-да-да. Это, кстати, Metal Gear. Это свинья правда думает, что его не вижу? Как бы заклеить эту коробку? Вылезай, придира. Заметил, нашел. Чем я занимаюсь на карантине? Кажется, у меня есть идея. Чувак, тебе бы подстричься. Определенные фразы. Не, серьезно, чувак, у тебя очень супер густые волосы. Тебе надо срочно подстричься. А потом поставлю сюда коробку и положу в нее колонку. А сам спрячусь в другую комнату. Я буду включать фразы из колонки. И помимо этого еще сам буду звать тигру из другой комнаты. И поймет ли он... У меня сопля течет. Поймет ли он, где настоящий Брайан. Тигра! Собака рыжая! Я здесь, тигра! Тигра! У меня есть еда. У меня много еды. Заходи ко мне в коробку. Почему это так странно звучит? Я же вижу, что ты хочешь. What the fuck? Ты же не понимаешь, да, что я сейчас записываю фразу, чтобы тебя... Подожди. Ты же этого не понимаешь. Я хочу звук сделать погромче. Ты же дурачок, да? Ты дурачок? Рыжая ты создание. Няшное рыжее создание. Чувак, я бы это по-другому назвал. Рыжая тварь. Миленький котичек. Ой, спасибо. Твоя жопа, ну-ка быстро зашел в коробку. Иначе ни хера не получишь. Мне как-то похрен. За моим лицом это не видно. Тебе не нравится эта идея? Не нравится, да? Нет. Пошел в задницу. Мне нужно держать тебя за дурачка, да? Да. Ты можешь отвернуться, чтобы я коробку мог поставить? Тигра! Тигра! Собака рыжая! Я сейчас кыс-кыс. Понятно, мой хозяин идиот. Тигра! У меня есть еда. Не верю. У меня много еды. Не ври мне, нет еды. Ходи. Ну давай. Нет, не пойду, отстань от меня. Я зажравшийся кот, пошел нахер. Няшное рыжее создание. Пошел нахер. Я знаю, что ты не в коробке. Заткнись, сука. Непонярочка сейчас начнется. Тигра, заходи. Ну, тигра. Я здесь. Не слушай того фейкового Брайана из ванной, который сидит на унитазе сейчас. Я не на унитазе сижу, я здесь. Я настоящий Брайан, я здесь. Вы что, совсем с ума сошли, что ли? В смысле? Я думал, это настоящий сейчас тигр. Я забыл, что это в записи тигра. Тебе не нравится эта идея? Нет, мне это не нравится. Отстаньте. Пошел нахер. Я вижу, что ты хочешь. Ой. Черт, нас спалили. А че ты сюда приперся? Ах ты тварь, кого ты обманываешь, сука? Понял, что я тебя за дурака держу, да? О, любит внезапно. Что я еще делаю на карантине? Люблю с небольшой ноткой веселья пересматривать фотографии, на которых я нахожусь на улице,
Чё ты ревёшь, а? Ты совсем что ли? Я посмотрел одно из самых милых видео, которое смотрел в последнее время. А чё? Ну что дальше? Давайте попробуем повторить этот диалог с тигрой. Тигр, ты хочешь есть? Да! Ну ты ведь только недавно... И что дальше? Кстати, у меня тут кокос. О! Стоямба! Ну ты ведь только недавно... Это из колды. Это из второй колды. Кстати, у меня тут кокос. Так. Вот. Ну, точнее, из колды МВ-2. Под двумя последними видео, а именно «Не задавайте мне этот вопрос» и «Друзья навсегда», под ними открыли комментарии. Так что теперь я могу, наконец-таки, их читать. И тут их набралось, конечно же, очень много. Кажется, около 100 тысяч. 142 тысячи комментариев. Надеюсь, что наконец-таки мне их открыли навсегда. Я очень на это надеюсь. Я, кстати, тоже надеюсь. Что хочу вам сказать. Не стоит унывать, потому что карантин не вечен. Ну как не вечен? В России карантин продлили до 30 апреля, это понятно. Но сам вирус, он тоже не вечен, но он может продлиться даже больше, чем... месяц-два, поскольку сам вирус это не кашель, он не выветрится сразу. Тем более, саму вакцину еще пока не сделали вообще нигде. Ее даже не испытывали. Есть, конечно, такие примерные лекарства, которые могут помочь против коронавируса, но они не алло. Можете найти какой-нибудь... В Самарской области что там? В Москве продлили... А, так это я знаю. До 12 апреля. Можете найти какое-нибудь новое хобби, рисовать, читать книги. Твою мать, да много чего можно сделать. Чувак, я уже 2 года как живу в изоляции. Ну, типа. Всем привет, друзья. Бравл Старс! Сегодня мы делаем летсплей. Как ты... Чувак, как ты смог набрать за столько времени 15 тысяч? Даже я не смог столько набрать. Тем более у меня сейчас почти 8 тысяч, и скоро я открою Эмз. А пока что у меня есть Беа из новых и Джеки. Хотя я об этом уже рассказывал в... Сейчас скажу где. А, в сообществе. И какого черта? Ты не открываешь эти коробки и эти коробки, чувак. Вот серьезно, вот сейчас попробуй выбить кого-нибудь. У тебя вот, серьезно, у тебя достаточно коробок для того, чтобы выбить, блин, ворона, например. Или этого, сейчас скажу, Спайка, песочницу вот эту вот, Сэнди. Хоть кого ты можешь открыть с такими коробками. Честное слово. Тем более у тебя вот сколько денег... И у меня, кстати, примерно вот столько этих гемов. Плюс еще могу сказать, что у меня гаджеты появились. Могу сказать даже у кого. Блин, вот сейчас забуду опять ее имя. Вот у пиратки есть гаджет, у Бо есть гаджет. У Кольта нет гаджета. Кстати, Кольт у меня стоит на 20-м ранге. И сил у него 8, если что. Так, а что еще добавить? У меня, кстати, куча друзей. С которыми я обычно не играю, потому что мне неинтересно. И у меня нет столько вот этих вот. Честное слово. На Бравл Старс. А, плюс еще я просрал чемпионат. И этот еще просрал. И я еще просрал чемпионат по футболу. По броуболу, где можно было выбить новый скин Шерри. Старс. Вот мои бойцы. Так, стоять. Давайте-ка посмотрим бойцы. Мы делаем летсплей на Бравл Старс. Бравл Старс — это моя жизнь, так хочется сказать, кстати. У тебя что, у всех есть гаджеты, серьезно? Вот мои бойцы. Макса, кстати, у меня нету. Вот Брок есть, этот есть, этот есть, этот есть, этот есть. Бойцы. Так, Бул есть, Шелли есть. Дэрил есть, причем у него новый дизайн.
вот Пенни. Вот у Пенни у меня вот здесь и гаджет есть. Пэм есть, мистера Пи нету, Биби есть, Эль Прима есть, Джина нету. Рико есть, Динамайк есть, Карл есть, Мортис есть, Леона нету, Пайпер есть. 8 бит есть, Ворона нету. Кстати, многие мечтают и выбить именно его, многие. Фрэнк есть. Поко есть, Спайка нету, Роза есть. Я очень... Нита есть, Тара есть, Кольт есть, Джесси есть, Сэнди нету, Джеки есть. Я люблю играть. Эмза нету. За... Спраута тоже нету. Эмс, вот. А, что еще вам сказать-то? Даже не знаю, люблю за Спайка играть. Чувак, может, давай... Ты не будешь вот говорить именно таким вот писклявым голосом, чувак. Я понимаю, что это прикол, но ты уже превращаешься в BFG Games, где... А хотя нет, ты до ихнего уровня пока не доходишь. Ну, что могу сказать? Классно. Очень классно проводит время Брайан во время карантина. Я, кстати, зря тоже времени не теряю. Как вы видите. Поэтому на этом все.